Всем привет, это полезная программа. А это значит, что ближайшее время вы точно проведете с пользой. Поехали! Каждое помещение нуждается в дизайне, будь то квартира, дом, офисное помещение или чердак. И если вы творческая личность, то индустриально-авангардный стиль вам точно придется по вкусу. А рубрика «В интерьере» и Марина Моргунова помогут вам разобраться в этом неоднозначном направлении дизайнерской мысли. Стиль лофт называют промышленным. В нем сочетается много пространства и грубость основных элементов. Кирпичные стены, бетон и много металла. Он напоминает заброшенную мастерскую, фабрику или заводское помещение. Но дизайнеры нашли в этом особый лоск. И стиль лофт стал модным, элитным, с неповторимым контрастом деталей. Соседство старины и современности, грубости и изящества – ключевые моменты такого дизайна. В стиле лофт все продумано до мельчайших деталей. Его основа – это большие площади, много пространства, высокие потолки и большие окна. Этот стиль также удачно впишется в квартиры-студию. Стоит особо отметить, что кухни в стиле лофт вызывают восторг от продуманности и сочетания различных элементов. Кухни в стиле лофт выглядят очень индустриально за счет использования винтажного дерева в фасадах и большого количества стали. Крупные объемы и натуральные базовые материалы, дерево и сталь, которые составлены специальными технологиями в винтажном стиле и большое разнообразие металлических элементов, делают эту кухню главным произведением искусства в вашем доме. Открытые полки с декором, рейлинги, необычные ручки и металлическая вытяжка – все это стиль лофт. Идея всего стиля – состаренный интерьер, в котором иронично подчеркивается сочетание винтажного духа с элементами промышленного дизайна. А также барные стулья и грифельная доска – неотъемлемый атрибут лофта. Также удачно впишется такой многофункциональный стол из массива ели с металлическими элементами. Если стиль лофт для вас слишком смелый, на выбор можно подобрать кухню в любом стиле. Множество композиционных решений, натуральные материалы и итальянское качество создадут ту атмосферу на кухне, которую вы задумали. Итальянские дизайнеры продумывают каждую кухню, каждый элемент до мельчайших деталей. Такой современный вариант открывает новые горизонты за счет блестящих створок, которые придают элегантность, а классическая кухня окунет в роскошь и подчеркнет вкус обладателя. Также представлена мебель для ванных комнат, эксклюзивных дизайнерских решений. Каленое стекло, керамика, камень, древесина и высококачественные металлы с защитно-декоративным покрытием. Всемирно известный итальянский производитель Скавалини имеет уже более 50 лет успешной практики производства мебели. Кухни в Красноярске, а Скавалини – настоящее итальянское качество. Телефон 258-3608. Стиль лофт несет в себе много воздуха. Здесь не принято иметь перегородки и стены, а зонирование выполняется с помощью мебели и тканей. Несмотря на то, что такой стиль имеет много грубых форм и металла, смягчить такой интерьер помогут шторы и текстиль. Если вы оформляете интерьер в этом стиле, то перед вами стоит важная задача – постараться совместить суровую фактуру с мягким и лоснящимся текстилем. Он как раз смягчит общее пространство и придаст уют такому жилью. Стиль лофт подходит прежде всего натуральные ткани. Это такие, как лен, хлопок и шинил. Такие ткани не только хорошо будут сочетаться с общей стилистикой, но и придадут интерьеру общую завершенность. Особая роль отводится воздушности материалов. Такие шторы не будут перегружать концепцию лофта. В данном стиле используются легкие и мягкие фактуры, однотонных, но сдержанных оттенков. Вся палитра натуральных цветов и оттенков – серые, коричневые, бежевые тона, придающие интерьеру урбанистический дух – вот основные цвета стиля. Чтобы оживить интерьер, можно добавить цветные блоки или детали ярких цветов – красный, синий, желтый. Если в стандартных интерьерах внимание акцентируется на рисунках штор, то ткани в стиле лофт – это в первую очередь цвет и фактура материала. Подушки и покрывала обычно сдержанных оттенков – приглушенно-синий, желтый или зеленый. Это могут быть вязаные пледы и подушки и покрывала из льна с геометрическим рисунком. Широкий ассортимент тканей позволит подобрать расцветку и фактуру к любому стилю – для кухни или гостиной, для спальни или детской. Огромный выбор портьер и тюль, разнообразная фурнитура и карнизы – все в одном месте. Опытные дизайнеры помогут с эскизом будущих штор, а при необходимости выполнят замеры у клиента. Мир текстиля и штор в салоне шторы домашнего текстиля «Тач». Многообразие тканей и фактур. Телефон 220 12 21 220 05 73.
Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. Еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!